Всем доброго времени суток. В предыдущем видео мы собирали панно. В этой же части мы продолжим свою работу по укладке и установке ванны. Ну а что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Итак, как у нас плитка кладется по диагонали, мы прикручиваем профиль для точной укладки. Размер плитки у нас составляет 10 на 10. Как я и говорил в прошлом видео, что это натуральный турецкий камень. Ну а кто не видел первую часть, я на всякий случай оставлю ссылку под описанием видео. Как вы заметили, эта плитка немного кривая, нет 90 градусов и все стороны разные. Я не знаю, может это так и должно быть, но мы постарались найти золотую серединку. Думаю, в объеме будет смотреться. Вот такое вот у нас получилось панно. Осталось доложить углы. Сверху мы прикручиваем профиль и докладываем верхние ряды, после чего мы приступаем к завершению нашего панно. Думаю, что в целом выглядит неплохо. Далее мы устанавливаем маяки для выравнивания пола. После чего мешаем раствор. Ну и через 5 минут повторяем этот же процесс. После чего заливаем стяжку. Для установки ванны мы прикручиваем правило и наносим силикон, после чего устанавливаем ванну. Там, где ванна немного кривая, выравниваем и фиксируем клиньями. Проверим, как уходит вода и не протекает ли сифон. Вроде все четко. Еще раз проконтролируем горизонт
лазерным построителем. Далее мы собираем каркас для будущей арки. Затем мы наносим гидроизоляцию и клеим гидроизоляционную ленту. После чего полностью наносим гидроизоляцию. В принципе, все подготовительные работы для облицовки камня готовы. И далее мы будем делать облицовку арки натуральным камнем. Но это вы увидите уже в следующей части. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.